натренировался играю с компьютером. И поэтому вот очень быструю игру в шахматы. Поменял человека с большим достаточно рейтингом. По быстрым шахматам играет, по классическим вообще не играет, а я его победил. Покажу анализ и всю игру, его время истекло, у меня еще осталось вот сколько времени. Вот 2 минуты даются и 1 секунда на каждый ход, то есть надо играть очень быстро. Анализ проведу. Вот в основном у меня была выигрышная позиция, только в одном месте, вот тут у него пиксельный, у него была выигрышная позиция. Говорит, что тут ошибка вообще-то была, эти короли. Тоже была ошибка козла. Вот тут вот какого счастья он тут влез, тут он все равно эту спешку сбить не может, она защищена. Я сразу видел его эту ошибку. Почему мне с этим компьютер с конем, тут идти я ему с конем. Допустим, он бьет моего коня, а я с пешкой, я думаю, что думал, что надо с королевой. Понятно. Ой, ну вот тут надо было бить. Ну, потом вот тут многое, что побить. Вот это спешу потом. Ну, вот. Я пошел тут, он вообще-то должен был с этим как-то убегать. Тут, например. Он что-то замечтался. Вот компьютер вообще советует тут вот. Да, я бью королеву, он защищает эту пешку. А было вот так, я тут подошел, он с пешкой почему-то тут вышел. Якобы он тут что-то сделает.
Я его спокойно сбил с ламя. Тут бы нашел. А вообще-то мне... А, надо было тут идти, чтобы потом защитить это. Ну, я это сбил. Это тоже как бы ничего не поменялось. Тут. Я тут. Он бежит. Я убью спешку. Опять шаг. Опять бежит. Я убью еще спешку. Я спешку. Он нападает на королеву. Бьет. Бью. Бьет. Отхожу. Отходит. Нападает на королеву. Спешку. А, вот. Тут не надо было бить эту спешку, ему мат. Так, там дальше было. Я тут подошел. А, вот тут. Тут я подошел, тут моя ошибка была, мог не сбить просто. И тогда я бы был в проигрыше. Он этого не заметил и отошел. Он защитил короля. И все, время кончилось. На этом вот этот пик, где он мог сбить мою, где я как бы невнимательно спрыгнул. Потому что когда мало спешит, это забывается, в какую сторону они идут.